Наш совет лидеров молодежи при администрации Ленинского района с 2015 года инициировали акцию с поздравлением новорожденных именно в день освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Именно 28 июля, наш день города, очень символично то, что новые брещане, новые жители, появившиеся на свет, захотелось их как-то поздравить, отметить. И вот именно этих деток мы взяли, так сказать, на попечение. С течением времени к этой акции подключилась и первичная организация Белорусского союза женщин администрации Ленинского района. Накануне приняли участие в празднике и члены Брестского городского совета депутатов. А это возможность дополнительной материальной поддержки только родившихся малышей, что здорово. По разным причинам не все женщины смогли выйти и принять поздравления. А потому гостей оказалось больше, чем рожениц. Но, безусловно, абсолютно все родившие счастливицы и маленькие именинники этого дня получили свои памятные подарки. В каждой семье рождение детишек – радостное событие, а если эту радость делят сторонние, то в семье, я думаю, эта радость удваивается, умножается во много раз. Поэтому изначально задумка была просто поздравить, поддержать мамочек, которые родили своих детей в день рождения, в день освобождения города Бреста. Очень отрадно, что в этот день мы встречаем в жизни новое поколение, новых брещан – это будущее наши горожане, которые будут строить дальше Брест, развивать его, вот, улучшать его, делать более красивым, комфортным. Поэтому мы, конечно, обязательно и депутатским корпусом решили принять участие в этой акции и поблагодарить семьи, мам, родивших сегодня немалят, с замечательным праздником, с днем освобождения города Бреста. Сувениры, одежда, цветы и шарики, свежие ягоды, а главное – внимание. Конечно, этот день запомнится всем женщинам надолго. Очень приятно, что уделили нам такое внимание, поздравили нас. Это действительно очень важное событие в жизни каждой женщины, каждой мамы – увидеть свою крошку, обнять, поцеловать. И очень большое благодарность и спасибо, хочется сказать, всему персоналу, кто был в эту ночь со мной, кто помогал. И, конечно, Брестский роддом – это то место, где ты получаешь счастье в руки. А всего в Брестском областном роддоме 28 июля родилось 23 малыша, 10 девочек и 13 мальчиков.